празднуют день рождения именно по этому поводу. Здесь сегодня собрались все эти красивые люди. Вот. Спасибо, после дня рождения. Я подробно все вам расскажу. Так, Ни секунды времени. А так хотелось спросить, каким образом Дмитрий подбирает палитру, потому что его палитра отображает внутреннее состояние человека, то есть очень мощно передает эмоцию. Каждая картина. Друзья, давайте поаплодируем нашему повзрослевшему, но ни капли не изменившемуся внешне имениннику. Все такой же молодой, все такой же улыбающийся, все такой же любимец женщин, детей, ценителей искусства. Даниил Федоров, друзья, наши аплодисменты. Давайте, может быть, начнем показывать вам виды искусства, которые у нас есть, но прежде я больше хочу, чтобы именинник сказал вам слова. Потому что уже давно в прошлом времена, когда юбиляр где-то в конце вечера говорил всем спасибо. А все также были свободны. Нет, Даня сделал это в самом начале. Спасибо, что вы пришли. Москва, пробки, все преодолели. Все здесь. Спасибо, мои дорогие, что вы все ко мне пришли. Я позвонил и написал каждому из вас. И, каждый для меня очень близкий человек, близкий друг. Со мной меня связаны очень много интересных разных историй. И обязательно в конце жизни я напишу книгу. Пишу про каждую из этих историй. Все мои друзья, спасибо вам, что вы доехали через все пробки, через, так сказать, терни и пришли сюда. Вот. Здесь я представил свои работы, которые я сделал за последние где-то 10 лет. И я надеюсь, что вы оцените картины, послушаете музыку, потрясающую музыку, и классическую, и более современную, которая будет звучать сегодня в течение вечера. С нами сегодня Юра Роза, народный артист. Россия, вот, Маша, тоже нам обязательно собираем. Вот, спасибо вам, что вы пришли, наслаждайтесь, я здесь, и спасибо. Юрий Александрович Розов, просим, друзья, народный артист России. Идем к инструменту. Это Алексей Бабошин, диджей, который меня пригласил сюда. И я просто я в таком восторге. Я увидела людей, которыми восхищаюсь. А и я знал, даже пожала руку. И еще Даша, Константин Ивлев. Я потрогала руку человека, который готовит вкуснейшие вкусности в нашей стране номер один. И мы находимся, кстати говоря, в его ресторане, который еще не открыт.